Так, короче, всем привет, мои дорогие подписчики. И я видел, что по подписчикам вам понравилась игра Грыны. Поэтому сегодня мы обсудим такие некоторые баги. Сразу говорю, сейчас я делаю озвучку уже к видео. И один из этих багов не удался. К сожалению, очень обидно, не удался. Но обычно он всегда срабатывает. Вот сейчас он как раз будет у меня самым первым. Так, открываем дверь. Аккуратненько толкаем так вот светильник. Закрываем дверь. А закрывать дверь все-таки не нужно. Это я решила проэкспериментировать. Но, к сожалению, эксперимент прошел неудачно. Вот. Сейчас пока что мы ждем. Сейчас она откроет дверь. И если бы дверь была закрыта, то она ушла бы вот туда. Наша бы к светильнику, там, где мы его уронили, а так сейчас мы встаем, она нас просто вырубает, ну, потому что мы не могли уйти в прямом смысле. Сейчас день второй, я покажу вам еще один баг. Этот баг, как бы, на этом месте, это новинка, как, ну, этот баг, он уже старый, всем известный, но я научился делать его совершенно по-новому. Если он всегда был связан с вот тем вот большим столом, то сейчас мы вот тут дропаем вазочку. Так, вот тут мы дропнули вазу. Идем сюда, приседаем и начинаем ждать. И когда придет наша дорогая бабушка, старушка. Вот когда она зайдет, то этот баг всегда работает по-разному. Либо она на тебя идет, либо она как бы просто тебя не видит. Вот она нас увидела, так что мы делаем вторую версию этого бага. То есть мы приседаем, встаем и... Мы ее забагли, ребят. Все, баба Капа теперь стоит на месте. Кстати, вот так, если покрутиться, то можно встать ей на голову и посмотреть, как она выглядит изнутри, потому что ты в нее провалишься. Тоже очень интересный момент. Извините, я сейчас болею, но как же я мог не снять видео для своих любимых подписчиков, потому что вам понравилась эта тема. Вот, кстати... А теперь, когда мы кидаем вещи, она не будет их чинить. Так, дроп картины. Вот. Ну и дальше мы, соответственно, будем уже искать наши предметы. Вот как удачно мне попался мой любимый ключик. Пойдем все-таки через верх, через подвал. Не так-то удобно идти. Поэтому мы сейчас идем вот сюда вот. Так, заходим. И, соответственно, спускаемся вниз. Тут берем арбалет. Арбалет это, как бы, ну, сами понимаете, святое в этой игре, потому что это единственная вещь, которая может нашу дорогую Грэнни нахрен убрать. Потому что тут наркотики. Тут наркотики, ребят. Ничего с этим не поделаешь. Так, ну а мы сейчас еще посмотрим, есть ли у нас что тут. Нифига. Так, пойду посмотрю, что у нас вот тут вот. Тут у нас ровным счетом ничего. Так, дверь открыта, это очень хорошо. Ну, посмотрим, что у нас в нашей ванной. Ванна у нас, походу, пустая. Спускаемся вниз. Ну, и будем пытаться сбить эту банку. Шут. Ага, не долетает. Большое расстояние взял. Слишком большой радиус. Так, взял. Ну, еще раз попробую все-таки. Подальше, может. Ну да, все-таки это радиус. Я думаю, что вытащил неудачно. Сейчас отсюда пальну. Кстати, она у нас до сих пор там багается. Так, вот отсюда попробую пальнуть. Сейчас, по идее, должна она точно попасть. Ну, совсем немного что-то мажет наш арбалет. Поднимаемся. Ну, буду по классике. Так, стоп, вы видели? Она туда взлетела и проскочила мимо этой, господи, банки. Все, целимся. Внимательнее. Пли. Да. Наконец-то. Банка все-таки наша. Ну, теперь у нас есть отвертка. Мы идем, соответственно, вниз. Кстати, это видео еще можно отнести к тому, как проходить игру Грэнни.
потому что он рассказывает, где у нас какие предметы находятся. Вот у нас сегодня щипчики, Гренни бы ими ногти, Гренни, а этими щипчиками ногти подстричь. Ну, мы теперь отвинчиваем вот эту хрень, дропаем. О, мастер Кей. Кстати, пойдем сейчас в подвал. Так, мне там постоянно пишет что-то, вот YouTube. Так, все открываем. Ну, мастер Кей — это такой самый главный ключ. Включу режим как бы ночной, чтобы меня не доставали. Так, ну, нам его вот тут надо дропнуть, чтобы он у нас вот лежал и ждал, когда она понадобится. Кстати, видели, как лагануло. Ну, мы пойдем дальше сюда. Так, 10%, да ладно, справимся и с 10%. Так, это значит, нам надо работать гораздо быстрее. Быстрее, быстрее. Так, ну, возьму щипчики. Щипчиками пойду сначала сверху. Там еще хочу глянуть, что в этих ящиках. Так, теперь позырим. Нет ли у нас тут молотка? Нет, молотка тут нет. Так, улезаем. Все, пошли наверх. Смотрим, что у нас наверху. Наверху толком ничего. Так, как обычно, все роняем. Так, баба Капа там до сих пор стоит. Перерезали. Вот, перерезали. Теперь идем тут перерезаем. Так. Кстати, если мы наберем, ну, 10 лайков, давайте, то тогда я выпущу прохождение на дарке без багов, без всего. Это хардкор, ребят. Так что ставьте лайки. Всего 10. Ну, вот тому, кто будет смотреть это видео, явно не жалко лайку один поставить. Так, блин, не могу взять нормальный ключ. Что за фигня? Все взял, пошел. Пошел я в подвал. Потому что именно там у нас находится сейф. Да я не понимаю, кто сейф ставит в подвале? Да эта бабушка настолько тупая, блин, что я не понимаю, как можно так по дому раскидывать, блин, все свои вещи. Какой нормальный человек так делает со своими дверьми? Вот я не понимаю. Просто не понимаю. Вот, все делаю. Так, посмотрим, что у нас вот тут вот. И вот тут вот. Мы еще глянем. Я периодически перезапускаю запись, потому что, ну, у меня тут посторонние шумы. Поэтому могут быть такие небольшие перебои. Так. Блин, почему я не могу взять? Что за фигня? Подойди поближе. Так, может. Нет? Что за фигня? Кот. Все, у меня кот. Кот, это шикарно. Все, ввели код, все дропаем. И нам, по сути, всего там осталось какие-то мелочи сделать. Тут уже даже не помню, что нам там надо. Так, молотка там нету. Да, нам осталось только молоток, блин. И игра может считаться пройденной. Так, ну, разумеется, уроним стол. Чего нам сейчас это стоит? Ровным счетом ничего. Тем временем она там до сих пор багает. Вот все, что нам осталось, это молоток. Посмотрим. Может быть, она его куда-то вот сюда положила, в буфет? Нет. Ну, сейчас посмотрю самую классическую версию, где лежит молоток, то есть в гостиной. Ну, разумеется. Ей же надо телевизор, блин, побить молотком. Это же святое, блин. Телевизор молотком побить. Так. Все, нам все отколотить. Только отколотить. Топ-топ-па-ба-пам. Сюда ропаем молоток, посмотрим последний раз на нашу старушку. Ну и уже будем уходить из этого домика, он нам надоел. Так, где у нас мастер Кей? Так, вот у нас мастер Кей. И мы просто открываем дверь, бар-бара-бам. У нас тут такие бум-бада-бам-бада-бада-бада-бам. И вот сейчас только такая, Гренни, мы ушли. Мы ушли, раунд-гра. Все, Гренни, ты в ауте. Ну все, новых встреч, пока-пока, подписчики.